Вы правильно поступаете, что правильного избрали кандидата среди кандидатов, с которым хотите сегодня познакомиться, и чтобы на будущее у нас сложились хорошие, добрые отношения. Многие сидящие здесь, они не случайно сегодня сидят здесь. Они имеют прямое отношение даже к вашей республике. Потому что некоторые родом оттуда, некоторые там работали, другие там воевали, четвертые там просто часто бывали, отдыхали. Ну и, наконец, последний элемент, немаловажный, там живет и большое количество действительно армян. Мы хотим, чтобы наша страна была открыта, и люди, которые к нам приезжают, принимали бы нас как общество цивилизованное, готовое выстраивать отношения со всем миром. Искренне желаем, чтобы вы победили. Спасибо. Получил действительно очень серьезное поручение, которое должен огласить в конце. Это от нашего президента Союза Армян России Абрамяна, который сейчас находится далеко за пределами нашей, так сказать, Москвы. И я знаю, что последует ночью сегодня звонок обязательно. Ну как приняли, как было, как что прошло. Когда у них выборы? Я говорю, 24-го. Да, не получится, но... А когда инаугурация и прочее, я говорю, сентябрем кончается. А, ну все, тогда пиши, в сентябре вторую половину не занимай. Едем в Сухуми. Я долго думал, что дать, что показать, что им в память оставить о сегодняшней встрече. И нашел очень оригинальную вещь, где написано. Вот читаю. Успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо, муж. Ну, больше его не скажешь. Поэтому это сохраните и действуйте. Спасибо. А это от нашего коллектива вам. Спасибо. Спасибо. Доброго. Спасибо. Это не приемка. Спасибо. 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 Спасибо.